мои хорошие, мы едем в деревню. Едем, едем. И собрались. Аж как еле притащил. Такая сумка тяжелая, вообще кошмар. Друзья мои, у меня очень плохая новость для вас. Я-то радуюсь, но новость плохая. Неужели в нашу семью пришла корона? Дело в том, что за 2 часа до того нашего отхода позвонила племянница и сказала, что моя же старшая заловка ходит на уборке, так зарабатывает. И в одной семье позвонили ее, как раз это был последний день ее уборки, она только на новому хозяину пришла. И он позвонил, сказал, что обнаружили, я не знаю, женщина или мужчина, корону, и 14 дней будьте в карантине, и заловка, и племянница не приедут завтра. Я так переживаю вообще. Но сейчас они просто еще сумку хотят передать, я за это тоже переживаю. Они говорят, перчатки одели, продезинфицировали. Но я не знаю, как это вообще, я все против этого, очень злилась, бурчала всю дорогу. Ничего не надо передавать, мы сами все купим, что там нужно родителям. Ну, в общем, такая вот новость нехорошая. Но я же позитивный человек, вы знаете. Все будет хорошо. 14 дней побудут они, ничего не заболеют. Но все-таки приятно, что они не приедут на Байрам. Но все, на мои плечи теперь. Все, весь дом, все. Готовка, уборка, мясо. В общем, будем с Анельчиком вместе вдвоем работать. Через 2 часа. Ашка, беги сад лядем, Гизель. Беги бычок в сад. 2,5 часа, и мы видим. Мы остановились на остановку. 10 минут нам дали, чтобы в туалет мы зашли. Вот здесь вот такой вот. Люблю я эти остановки. Ну, кушать мы, конечно, не хотим. Тут разные... продают разные разности. Игрушки самодельные, все из дерева. Видите? Все из дерева. Также вот вкуснятины. Здесь можно приготовить, знаете, какие? Для рыбы. Цены посмотрите, потом. 23, по-моему. А это что? Барабаны, игрушки. Вот такой вот магазинчик. Машкам идет. Вот эти горы мешают мне, интернет не ловит, представляете? Сейчас мы в туннель, что ли, заедем, посмотрите, какие горы. Много туннелей. Аж как тренд бурдакит мир? Нигде. А? Тренд у нас. Эве, там они нигде, когда гора. Приехали в Бор. Вот там вот остановились, пришли сюда в маркет. Бор маркет. Наши сумки. Сейчас зайдем, отоваримся и к родителям на такси поедем. Маленький такой город, городок. Скоро-скоро будем у родителей. Пешком идет. Вот такую сумку мы... Такую тележку мы купили. Что только не купили. Начиная с сладостей. Мясо.
масло. Еле-еле. Фрукты. Фрукты здесь дорогие. 7 лир килограмм. Ну, в общем, яйца. Все-все понабрали. Едем. Сейчас Сашка такси вызовет и поедем. Это где-то обошлось нам 550 лир, он сказал. Вот. Скоро уже приедем. Едем на такси мы. Вот Кызылча скоро будет. Посмотрите, сколько барашек. Анемчик, баба Джим! Гельдик бис! Вы не видите? Анемчик, сейчас покажу вам. Потом все. Вот такую еду нам приготовила Анемчик, фасолью. Как вкусно! Йогурт сама сделала. Ну, мы так сейчас пока кушаем, проголодались. Потом покажу родителей. Мераба, сойле меним, аркадашлар. Сени гёрмек чок истеди. Чок истеди. Не заман гидеджексен? Чок истеди, бену, аркадашлар. Саусун, бену, аратаклар Синек. Тут синек появился. Анем, сен де отур бу арада, бен какаим. Стол сделали для нас. Раньше стола не было, сейчас принесли. Моя Анемчик. Баба Джима покажу. Ну, а вот и баба Джима. Погостереджем шимды сизе, баба Джима. Чай. Мерава, баба Джим, сойле. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O çay yok mu такой, видите? Köyde çay keyfi. Çay keyfi. Aha, güzel güzel. Şimdi serpaya içiyorsunuz. Evet. Sonra göstereceğim evet. Bizim ev çiçekler ne kadar güzel gözüküyor. Güzel 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 güzel. Özlem'e nasıl sevdiler? Özleme mi sevdiler? Özleme diyorlar şey, Türkler. YouTube kanalı alsın diyorlar, izleyelim. Özleme de seviyorlar. Özleme gittiğimiz... Kürasını mı gösterecek? Basmayı gördüm. Ha, çok güzel. Şalvarını çektim. Şalvarını. Göster. Şikolade. Bu karpuz gibi. Kavun bu kavun. Kavun. Aa, это в огороде такое показывают. Огурчик. Сегодня я вам не буду показывать наш сад, в следующий раз покажу, но мой муж очень любит огурец. Acuru diyorsun, ha? Acuru değil, kelek.
He, şu kelek, pardon. İyi, bak kelek. Bu nasıl kelek? Biraz büyüyecek, yiyeceğiz onları. Anı sen al onu, al. Bunu yeme aşkım. Niye? O kart, al. Nasıl kart? Bunu ye, dağıt. Nasıl kart? Cebine koy diyorum, cebine. Yok cebine. Yok mu? Onunla salata yaparsınız, bunu yersin. Ha. Temizledin mi sen ilaç orada koyduğun babacığım? Bu yazık sanmışmış, berber olsun. O yıkamak lazım. Böyle böyle yaptın mı geçiyor. Hayır. Biz öyle olmaz yedik miydik miydik Allah'ım. Свежие огурчики. Не видите, какая капельная система? Поливать больше не буду показывать. Annem başka yerde yok mu salatalık? Sadece burada mı? Anası güzel. Yer yok, yer. А папа, бабаджим, мы приехали и сказали, здесь много мух. Он знаете, что сделать? Смотрите, покажу вам. Сказали, папа, много мух, он пошел сразу и с лекарством. Все их поубивал. Такое яблочко я мне сорвал. Эндер. Сейчас я его съем. Завтра вам покажу весь наш сад. Что в нем есть. Так и сидим, телевизор смотрим. Новости. А баба Джин, посмотрите, ходит. Ради меня мух убивает. Это от мух, и сразу мух нет. Террорист. Polisler de adamın boğazını mı öldürdü? Onu yasakladı şimdi şey. Trump yasakladı onu. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.